Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. И здесь именно то, что я купила, то есть сама закупка. Для тех, кто просил видео из самого магазина, то есть как я там брожу и так далее, у меня предыдущее видео, буквально которое вышло сегодня же, вот, оно непосредственно кадры из самого магазина. И кто просил, пожалуйста, ссылочку также на это видео я оставлю внизу в инфобоксе, мало ли кто не найдет, так что обязательно переходите, смотрите, кто хотел, оставляйте свои пожелания по поводу того видео, я постараюсь все учесть. Ну а сегодня сама непосредственно закупка и чек, как всегда, у меня будет в конце видео. Девочки мои все проверили, вторая девочка уже заснула, пока мама все раскладывала. Вот. Давайте начну с бытовой химии. Во-первых, наполнитель для кошачьего туалета древесный. Я бы покупала любой другой, но кот у меня привереда, хочет ходить только в него. Значит, закупилась бытовой химией всякой, много что закончилось. Туалетная бумага. На самом деле, нужна она или нет, я не знаю, но я взяла. Она лишним никогда не будет. Купила вот такой линор, кстати, не видела раньше. Вот такой линор с розой. Должен быть вкусный аромат. Дальше, Доместос. 100 лет я его тоже не покупала. Обычно я покупаю, не помню, как называется, в фикс-прайсе такое средство. Ну, тут решила взять Доместос. Не знаю, 100 лет не брала. Вот, лоск для стирки, жидкость. И взяла вот этот вот ваниш. Жидкий мне очень понравился, у меня предыдущий раз я покупала для белого, а сейчас для цветного белья, как бы пятновыводитель, то есть отличный, мне для белого белья очень-очень понравился. Еще здесь у меня вот такое средство, я использую его не в качестве отбеливателя, а в качестве, могу полы этим средством помыть, то есть это обычная хлорка. Здесь вот самая обычная, вот, могу полы помыть, могу... Что я могу еще сделать, да? Какие-то тряпочки замочить и так далее, чтобы мне вот убрать запах и, скажем так, антибактериальный эффект. Вот, то я использую вот это средство. Мне очень нравится. Дальше. Лоск взяла вот такие капсулы. Тоже акция была, поэтому взяла. Мне тоже лишним не будет. Доместос. Все-таки решила Доместос этот раз взять, потому что он подешевле. Мне как раз на 2 санузла подойдет. Здесь у меня пакеты для мусора. Всегда беру вот такие. Сейчас осенью буду как раз прибираться на участке. Как раз вот такие пакеты. Они у нас очень хорошо уходят. Так, дальше. Здесь игрушка для моих собак. Это Человек-паук тут был нарисован. Это у меня младшенький взял. Ездила с младшим сыночком. Вот, он решил, что девочкам моим очень нужна такая игрушка. Вот, а здесь я купила такие контейнеры. Вот это мне нужно для хранения на кухне. Он такой пластиковый обычный, но симпатичненький. Маленький, низенький как раз. Мне для кухни нужно. И вот эти контейнеры. У меня уже был вот такой вот контейнер большой. Я покупала, мне он очень нравится. Приготовленную еду сюда складываешь, в холодильник, занимает не так много места. Вот у меня будет теперь второй, то есть один на другой поставил. Допустим, здесь мясо, там гарнир. Отлично. Хорошо моется в посудомойке, с крышкой я мою в посудомойке. И вот это вот ставлю разогревать в духовку, не в духовку, в микроволновку. И ничего не происходит. Единственное, что я не в микроволновке не готовлю. Ой, в духовке. Девочка, все перепутала. Вот видите, тут показать. Но классные вот эти контейнеры. Мне очень-очень они понравились. Прикольные. Вот, поэтому я взяла еще один вот такой большой. Есть еще чуть поменьше, но мне удобный большой. И еще 2 вот таких маленьких. Очень удобно, знаете, остался там кусочек маленький сыра, чтобы не засох, или чеснок сюда положить. Да, ну что-то такое вот по мелочи, скажем так. Там, я не знаю, кусочек чего-нибудь, что осталось. Поэтому я взяла 2 вот таких. Здесь стекло. Крышка очень-очень удобная. Так что вот эти контейнеры, если вы ездите в Ленту, увидите. Они сейчас по скидочке. Очень советую. Дальше здесь зубная паста, сплат, вот эту мы очень любим, это я себе купила зубную щетку, странно, что не розовую, да, заменить себе, моих-то еще нормально, а я, мне просто не нравится та, которая у меня сейчас, в общем, на замену. Ополаскиватель был вот этот на скидке, Colgate, и вот такой лесной бальзам, кстати, лесной бальзам я очень люблю, мне нравится вот этот тройной эффект, он такой мягенький, для десен хорошо, и для зубов, в общем, супер. И еще дезодорант себе
и мужу. Вот. Мне, в принципе, все равно, какие, как моему мужу, мы покупаем, вот какие тоже на акции есть. Значит, была акция на мясо, поэтому я закупила, хотя я покупаю в мясной лавочке, скажем так, мясо, но здесь я взяла в основном на фарш. Мясо и рыбу закупила. Значит, на рыбу тоже была акция, взяла, которая по акции. Значит, это окорок свиной по 321 рубль, но в чеке будет видно 280, по-моему, он стоил, или что-то 200 с чем-то рублей. Вот я взяла 3, чуть больше 3,5 килограмм, буду делать фарш. Еще, девочки, кто мне писал, спасибо вам огромное, где взять вот эту оболочку для купатов, в ленте просмотрела все, и там, где Мираторг, стоят различные, ну, вот эти мясные, да, нет у нас в ленте почему-то, вот, но буду заказывать либо на Валберес, либо на Озоне, посмотрим. И купила еще говядину, тоже пущу ее на фарш, говядина шея по 483, дешевле должно быть, в чеке будет видно. Так, дальше еще взяла свиной карбонат, я его или запекаю, или обычно, ну, просто как бы стейками такими режу, да, жарю, соответственно. Дальше, рыба, здесь у меня филе пангасиус по 229 рублей, взяла где-то килограмм, две штучки, две филейки у меня здесь. Также взяла окунь морской, я его не жарю, я его запекаю вместе с овощами в маринаде, соевый соус, там, в общем, такой маринад делаю, очень вкусно получается. И взяла форель. Форель, это была написана турецкая. Вот здесь ничего не написано, по 649 рублей. Но была написана, что это турецкая форель. Так что вот взяла целую тушку. Дальше немножко у меня полуфабрикатов, скажем так. Сосиски вот такие венские взяла. Докторскую колбаску. Вот, и здесь соусы, сметанный вот этот майонез, мне очень нравится для салатов, чтобы вот не обычный майонез, а вот этот сметанный, он такой более полегче, в общем, мне нравится он, для салатиков различных использую, и также, если что-то запекаю, то тоже вот использую его, супер, ну, конечно же, вот такой сырный соус и соус-бургер, такой для бутербродов. Дальше давайте по молочке. Купила 3 упаковки молока, бутербродов. Вот, я, молоко это стоило по 89 рублей или 80 с чем-то, в общем, было по акции. Я его взяла, буду делать закваску, хочу сделать йогурт опять, вот, и взяла еще сливки. Но сливки я в основном для приготовления, для готовок, ну, что-то готовлю, да, со сливками использую, либо также сделаю сметану, вот, свою из заквасок, здесь 750, но можно, наверное, половинку на сметану буду, и сделаю заквасочку, а половинку буду использовать для приготовления. Так, дальше здесь давайте по напиткам, здесь еще у меня масло купила, вот такое Слобода. Ну и напитки. Фанта, Спрайт, яблочный сок. Здесь, конечно, еще чипсов немножко. И вот это, так как начался учебный год, школа, садик. Я даю с собой некий перекус, когда вот у меня сын остается на дополнительные какие-то занятия по английскому, с логопедом и так далее. Не всегда есть возможность в школьном буфете что-то купить, потому что, ну, старшеклассники еще есть, да, никто маленьких не пропускает, поэтому я обычно что-то даю с собой попить. Особенности, когда у них физкультура, я даю еще дополнительно просто обычную воду и что-то вот, да, такое вот, смотрите, какой-то супердринк, так и написано, вода и сок. Вот, то есть даю какой-то сок и что-нибудь, какой-то фрукт, перекус там, что-то такое, да. Могу орешки какие-то в контейнер и так далее. В общем, закупила. Также мужу я купила, он себе бросит в машину вот эти вот круассанчики большие, потому что у меня тоже иногда не успевает пообедать. В общем, все у меня занятые мужчины мои, поэтому немножко им, если там, ну, в общем, на перекус ему будет в машине у него лежать, что с ним не будет. И просто вот такие круассанчики мини, мы очень любим их к завтраку. Вот, также здесь у меня соль закончилась из хлебобулочных изделий. У меня все дома есть, но мы взяли вот такой багет. Он очень нравится нам. Кстати, он очень вкусный, вот этот вот французский. Я его уже как-то покупала. Он действительно мягкий, такой прям вообще классный, с хрустящей корочкой, супер. Панировочные сухари, которые я покупаю, про которых я говорила, это вот такие панировочные сухари. Видите, они сделаны просто из...
Ну, я так понимаю, всякого хлеба. Я храню в морозильной камере. У меня подзакончилось всякие вот такие вот штуки. Купила дрожжи. Вот эти вот очень мне нравятся. Именно вот эти. Хотя лентовские дрожжи тоже я из них делала. Правда, тесто на пиццу. И очень хорошо поднялось. То есть сухие лентовские такие в большом пакете. Там, по-моему, 20 грамм. Здесь по 11 грамм. Но вот эти мне, не знаю, почему-то больше всего нравятся. Также здесь у меня несколько пакетиков ванилина вот такой. И еще разрыхлитель. Вот это тоже лентовский мне нравится. 10 грамм. Как раз, ну, классный разрыхлитель. Вкусности. Халва. Я 100 лет уже не покупала себе вот эту халву. Не знаю, я ее обожаю. Вот эта лентовская, она реально... Ее надо хранить в холодильнике, потому что вот этот шоколад при комнатной температуре начинает таять, а внутри просто обалденная халва. Очень вкусно. Обожаю вот эту халву, именно лентовскую. Ротфронт тоже хорошая, но вот лентовская мне нравится больше всего. Ну и здесь немножечко всяких конфеток мы купили. Вот такие. Как они называются? Джокио. Дальше сникерсы. Баунти не было, поэтому баунти не взяла. Вот. Марс. Тоже у меня, кстати, вот эти конфетки. Муж иногда с собой машину берет. Марс вот такие. И еще вот эти вот. Тоже люблю вот эти конфеты. Девочки, они очень. Прям вообще. Это конфеты Победа вкуса. Трюфели. Я вообще, в принципе, люблю трюфели. Обожаю. Вот халву люблю, трюфели и батончики люблю. И баунти люблю. Вот. В общем, взяла тут немножечко себя побаловать. Себя побаловать. Ну, чтобы настроение у мамы было хорошее, поэтому нужны конфетки. Дальше. Персики. Решила взять вот такие плоские по 199 рублей. Они прям такие мягенькие, хорошие должны быть. Баклажаны купила. Мои баклажаны уже все закончились. Не завязываются уже больше. Но у нас вот сегодня я ездила. У нас было 8 градусов тепла на улице днем. 8, девочки. Какие уже завязывания баклажан. То есть они у меня в теплице стоят, цветут. Но, точнее, уже даже не цветут. Понимаете? Поэтому... Очень жаль, конечно. Ну, такое у нас короткое лето в этом году. Жаркое, но короткое. Поэтому купила баклажанчики, что-нибудь из них сделаю, потушу, лодочки и так далее. В общем, меня любят баклажаны. Здесь арбуз. Вот такой мы взяли. По 14, смотрите, уже 14 рублей, да, арбуз. Вот так вот. Так что мы как раз... Вот, и здесь картошка. Картошку взяла на развес по 36 рублей, молодая, белая. Вот, ну такая она, правда, не крупная, но вроде должна быть хорошая. И лук еще, конечно же, немножко добрала. Лук весь свой я зачем-то, который вот у меня вырос, но я, во-первых, посадила не так много, а во-вторых, я его на заготовке весь, в общем. Поэтому лука у меня больше нет, девчулечки мои. Вот, так что вот такая вот у меня получилась закупка, и давайте сейчас покажу чек.